того, как этот замечательный человек ушел из жизни, ушел от нас, я приехала в гости навестить его. Он чувствовал себя неважно. И очень попросил меня тихо-тихо сыграть для него его любимое произведение «Мой медленный вальс». Я с удовольствием сегодня исполняю это его желание «Медленный вальс воспоминания». Любовь не кончится, друзья, она останется, даруя нам взамен себя свое дитя. Любовь не кончится, друзья, она останется, даруя нам взамен себя свое дитя.
и совесть этого театра. Слава Богу, прошло 5 лет, как ушел Юрьевич, и слава Богу, что это не забывается. Эта фраза, это имя «Ангел-хранитель театра» осталось до сегодняшнего дня. Мы помним его, светлая память. Говорят, люди обладают замечательными чувствами, памятью и верностью. Так вот, коллектив театра сохраняет эту верность памяти Юрьевичу. А этой памяти, этой верности нас учит замечательная Елена Николаевна. Елена Николаевна, светлая память Юрию Юрьевичу и низкий поклон коллектива вам.